Специальный автотранспорт вручили региональным учреждениям социальной сферы и пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Тверской области. Сюжет с места событий. Ключи от новых машин глава муниципалитетов. Руководителям организации вручил губернатор Тверской области Игорь Рудыня. Вручаем технику, которая должна работать на территории Тверского региона в интересах наших граждан. И все, что сегодня вы видите, все, что сегодня делается, это работа, которая осуществляется в рамках решений президента Российской Федерации, в рамках решения правительства России. И это все называется национальные проекты. Благодаря нашей совместной работе мы сегодня движемся к укреплению и экономического, и производственного, и социального потенциала нашей области. 16 новых автобусов вместимостью 16 посадочных мест приобретены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На эти цели с федерального бюджета было направлено 30 с лишним миллионов рублей. На новых автобусах граждане старшего возраста, проживающие в селах, смогут регулярно приезжать на прием в медицинские учреждения как узким специалистам, так и для прохождения диспансеризации. Новый транспорт отвечает всем требованиям безопасности. Автобусы поступят в комплекс центры социального обслуживания Осташковского городского округа, а также Ржевского, Балаговского, Жарковского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Оленинского, Пеновского, Сележаровского и Торопецкого районов. Мы уверены, что доступная, квалифицированная помощь поможет гражданам пожилого возраста укрепить свое здоровье и сохранить его. Также 5 единиц техники пополнили автопарк пожарно-спасательных подразделений региона. Пожарная автоцистерна передана Андреапольской пожарно-спасательной части номер 21. Получили автомобиль, который крайне необходим у нас в отдаленном районе. Протяженность района большая, и от того, как работает пожарная служба, зависит многое. И самое главное, порой зависит эта жизнь человека. И мы надеемся, что вот та техника, которую сегодня вручили, она будет оперативнее работать, в том числе готовые помогать коллегам в соседним районам, когда есть необходимость. Ключи от автомобилей, предназначенных для борьбы с огнем в лесной и сельской местности, вручены огнеборцам из Вышневолоцкого городского округа и Западно-Двинского района, которые показали самые высокие результаты в соревнованиях «Лучшая добровольная пожарная команда Тверской области 2019». Два малых патрульных комплекса на базе УАЗ-пикап, аварийно-спасательной службе, управление противопожарной службы, защиты населения и территории Тверской области.